Урок занимательной физики прошел сегодня для юных участников клуба «Мы вместе». Клуб появился в Нарьян-Маре 2 года назад на базе ТОСа «Молодежный», который объединяет жителей микрорайона Авиаторов. Местом проведения занимательного урока стал Ненецкий аграрно-экономический техникум. Ребята ставили различные опыты, постигали премудрости мироздания в интересной игре. Все парты в аудитории заняты. Ученики сегодня разновозрастные, с 1 по 7 класс. То есть представление о школьном предмете физика большинство из них имеет отдаленное. Это второе занятие с маленькими участниками клуба «Мы вместе». Первое было во время осенних каникул на базе первой школы. Третьеклассница Женя Остальцева пришла сама и с собой привела еще двух товарищей. Говорит, на физике первый раз. Но уже с первых опытов поняла, что это самое интересное. Это когда можно эксперименты делать. И получается бух. Сегодня вместе с педагогом техникума Дарьей Хабаровой ребята знакомятся с тепловыми явлениями. Меряют радиационный фон, изучают реактивное движение и познают строение Солнечной системы. Помогает освоить все эти увлекательные знания учитель первой школы Светлана Хабарова. Основная задача таких занятий, по мнению педагогов, заинтересовать и нацелить на дальнейшее изучение предмета. Был рассчитан на 40 минут, в итоге там 2 часа, наверное, они все никак не уходили, и то все им интересно очень. То есть они видят же, сами пробуют, сами это все трогают, и это намного, мне кажется, это интересно. Ну, и не кажется, да, по детям интересно. Тут раз девочка одна маленькая подошла ко мне, говорит, мне так понравилось, и уткнулась мне, голова прям живет. Семейный клуб «Мы вместе» появился 2 года назад на базе ТОСа «Молодежный». Он объединяет жителей микрорайона улицы Авиаторов. Всего клуб насчитывает более 100 семей. На подобные занятия приглашают всех желающих. Иногда руководителю Надежде Соколовой бывает сложно определить участников очередного мероприятия, занимательного урока, мастер-класса или экскурсии. Мне самой все любопытно увидеть и узнать. Поэтому и дочь, у меня дочь 10-летняя, и поэтому дело в том, что и рядом с ребятами, это, не знаете, может быть, даже еще от самоотдачи, когда вот детей от отдачи, да, когда они выходят с мероприятий, такие, замечательно, здорово, а еще будет. И когда родители звонят, Надежда, ну как это здорово, как это замечательно, а еще будет, и вот когда тебя постоянно вот это. Следующее мероприятие, запланированное руководителем клуба для детей, еще один занимательный урок. И на этот раз это будет химия. Премудрости этой науки юные нарьян-марцы будут постигать на базе 4-й школы в апреле. Ольга Русол, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».